Да ты еще кто такой? Вы мне дадите с бабкой поговорить в этой жизни или нет? Он только что в дерево врезался. С вами все там в порядке? Он в дереве застрял. Матерь Божья, в этой же постельке вообще ноль какого-то здравого смысла. Молодой человек! Вставайте! Да... Ты дерево протаранил! Да вставай, ядрить колотитель, вставай! С вами все нормально, сотрясение? Скорую вызвать? Или сразу гроб заказать? Почта России, здравствуйте. А, стоило ожидать, да? Только Почта России перед тем, как доставить письмо, может дерево протаранить. Вам письмо. Да ладно! Походу, вам там на Почте России права покупаю. Рано или поздно у меня в этом городе крышу сорвет. Надо валить отсюда. Письмо. Ладно, иди сюда. Садись, если есть место. Читаем письмо. Приглашение на вечеринку. Ровно в полночь на стоянке возле музея. Дресс-код. Обязательно на тачке. И бабку захвати. Опа. Это, походу, эти гонщики. Да что ты пялишься? Это гонщики, походу, письмо прислали. Ладно, дресс-код тачка, поэтому садись в тарантайку свою и поедь. Точнее, не в свою, не в... Да-да, не в свою, а в трактор. С прицепом. Хе-хе-хе-хе. Может, сегодня мы как раз-таки и старотыбзим. У них парочку машин там на 100 с фигом лишних тысяч рублей. Пошли, бабуль. Припаркуем лошадку у меня дома, может дед за ней вернется. Все, стой здесь. Пошли, бабуль. Ну и чё тут? Давай быстрее, круги наматываешь там! Вроде полночь. Ну, почти. 2 часа ночи, 51 минута. Ну, мы немножко опоздали, но как бы они же не принципиальные. Чё у них за праздник-то? Везде шарики, за ролики. Эй! Гонщики! Недоделанные! Там никого нет. Так, а зачем они мне письмо это писали? Они, походу, нас киданули, как я понимаю. То есть они нас пригласили сюда, да? И типа... Я не понимаю, честно. Ладно, давай садись тогда в тачку и... О, здравствуйте, пацаны, здорово всем! Ненормальные, как обычно. Вы можете аккуратно... Так, что-то пацановочка накаляется. Пацаны! Да хватит гонять, да слезьте вы с тачек! О, Олежка, здорово. Давайте мы разберемся. Вы можете спокойно разговаривать с нами? Время пришло. Пора. Пора, пора, пора. Милок, мне страшно, нервы на пределе. Пацаны, а что пора-то? Да вы можете как-то спокойно... Чё за хороводы вокруг меня и бабки? Мы все узнали про тебя. Ну что будет дальше? Наверное, эти гонщики меня укокошат. Может, они спалили меня и узнали мой план коварный? То, что я хочу их ограбить и украсть все их тачки. Или они сами что-то задумали и хотят украсть и мою тачку, и тачку бабки. Но они мне сразу не понравились. Подозрительные. Я не знаю, что за шаманские обряды они здесь проводят, почему они вокруг нас бегают и пытаются нас загипнотизировать, что ли. Но не под... Не подходи так! Не подходи! Ой, бабуль, извини, не хотел тебя... Что... Не подходить близко ко мне! Не подходить! Они, походу, узнали, они узнали то, что мы хотим у них тачку. Так, ладно, на счет три доставай.
миниган и расстреливай все, что здесь движется. Ну, естественно, кроме меня. Давай. Раз. Два. Давай! Три! Стоп! Подожди! Стоп! Что стоп? И что это за дичь ты мне сюда перед носом тыкнул? Бабуль, подожди, спрячь ножик. Трофей. Какой Тимофей? Ну, с трофей. Как, кому трофей? Тык-бык! Кого? Тебе. Ну так пиши по-русски, какой ты бык-бык. Быстро отошлися! Отошли быстро! Я ничего не понял. Трофей? Это трофей. Это мы тебе подарили, так как ты наш новый чемпион. Неплохо. То есть вы хотите сказать, башкотряса, то, что это мой трофей? Вызовите им уже скорую. Я согласен, я говорю, у них эпилепсия не проходит. Ты бы вот это... Я же заикаться начал. Мне страшно просто в таком обществе находиться. Так реально голова отвалится, бабуль. Так, подождите. Это трофей мне, потому что я ваш новый чемпион? А зачем вы меня сюда вызвали? Чтобы допугать сначала до усрачки, да, и меня, и бабулю? Бабуля вообще-то старая молодая женщина. Ну, в смысле, как бы девушек нельзя старыми называть, но она старая, там сколько, 85 лет уже. Вот. Так. Я пошутил, баб. Баб. Бабуль, я пошутил. Спрячь, пожалуйста. Ну, ладно, ну вы тогда в следующий раз хотя бы как-то заранее предупреждайте то, что вы там трофей мне вручить захотели. То напугали до усрачки. Все, бабуль, давай. Сади свою тарантайку, поехали обратно домой. Стоп! Да что? У нас для вас еще один подарок. Какой подарок? Ага. Ага. А ты тачку заправить бензином забыл, да, походу, чубзилет? Ладно, бабуль, смотри. Я что-то как-то очкую туда идти. У меня реально уже как будто балаклава в пятки убежала и вспотела изнутри. Я подумал, то, что они нас сейчас спалят. А оказывается, они нам трофей... Слушай, этот трофей, походу, еще и золотой. А где трофей? А он его забрал, да? Слушай, так может мы сейчас реально пойдем, заберем этот трофей и толкнем его потом Ашотику? А если он реально... Окей, если он даже не золотой, возможно, он позолоченный. Кто его знает? Может, он там 1004 хотя бы стоит? Подходите, подходите, не стесняйтесь! Ща! Подожди! Ладно, бабуль, давай, бери свою тарантайку и пошли. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Оставь ее здесь на всякий случай, оставь ее здесь. Как бы трактор мы все же одолжили для того, чтобы украсть у них тачку. Если у нас, бабуль, подвернется такая возможность, сразу подгоняй сюда трактор, я пихаю на него какую-то тачку и уматываем отсюда свои копыта. Шарики за ролики! Бухать! В смысле, какой бухать? Нет, подождите. Ля, тортики всякие. Да спрячьте вы бухло, ну, как бы, приличные же люди тут вокруг бабульки, тем более вообще на бухло нельзя смотреть. Так, туса, да какая туса? Стоп, давай, отдайте мне, пожалуйста, мой трофей, который вы мне там дали. Так, а сейчас минутка похвалы. Кого? Не-не-не, я не пью, не-не-не. Пожалуйста, тишина, минутку внимания. Так, тихо, крутой гонщик нас вызывает, давайте. Все возле сцены, давайте, собираемся здесь. Чё, как не родные, давайте, к сцене подойдите, а я здесь сзади постою. Сегодня мы собрались, чтобы поздравить нашего нового чемпиона. Ну, приятно. Угу. Трофей вы мне дадите в этой жизни или нет? Чёрта в балаклаве. А, ну да, это я. Я им просто сказал то, что у меня такой псевдоним. Черт в балаклаве. Знаете, там как есть призрачный гонщик какой-то, я черт в балаклаве. Ну, чтобы как бы им не горить мое настоящее имя. Вот. Хотя мое настоящее имя даже бабулька не знает. Бабуль, ты знаешь, как меня зовут? Она же меня всегда Милок называет. Вот, Милок. Никто не знает, как меня зовут. Так, да, это я. Трофей отдай с волота. Этот праздничный стол мы накрыли лишь для него. Очень приятно. Заберите свои цветы вот эти. Очень приятно. Да забери цветы. Очень приятно. Этот человек заслужил этот трофей, так как он обогнал всех моих учеников. Да хватит мне в карманы кидать всякую дичь.
Да, это я, это я. Угу, угу. Все, спасибо большое вам за трофей. Все, до свидания. А сейчас дадим ему сказать несколько слов. Да, черт побери. Ну, в смысле, не я, черт побери. Черт в балаклаве, выходи на сцену. Я боюсь вообще сцены на самом деле. Милок, давай толкни какую-нибудь речь, чтобы до слез. Ладно. Все передо мной стали, все передо мной. Все, да. Ты бы хотя бы заранее меня предупредил, я бы, может, там записал себе какую-то речь, которую тут на публику так говорить-то надо. Так, микрофон! Работает! Ага. Первый раз вообще на публике говорю. Пописяки и пипуки! Ну, дамы и господа, хватит прыгать, шило в заднице, успокойтесь! Эпилептики. Ну, ради уважения хотя бы крутому гонщику, ну, станьте вы на место. Ты мой кумир, спасибо, очень приятно. Я очень рад! Да хватит меня деньги бросать! Я в дурдом какой-то попал. Да хватит! Да я не достоин таких бабок, все, успокойтесь. Дайте я, пожалуйста, слово скажу. Не обижайте, пожалуйста, лучшего гонщика, а то я сейчас развернусь и уеду. Вы все не можете даже себе представить, как это приятно находиться в вашей вот компании. Вы мне стали прям как родные. Я стал вашим чемпионом. Этот трофей я законно заслужил. Я вас вздрючил, вот, поэтому и заслужил, да. Вы для меня стали как родные, как сыновья. Я чувствую себя отцом. Вы мои дети. Все до одного. Ну, кроме Олежки, он приемный, если что. Вот. Я очень благодарен, то, что вы меня так душевно приняли в свою компанию. Я рад внедриться в общество гонщиков. И я надеюсь, то, что когда-нибудь вы уже наконец-то покажете мне свой гараж, а не вот эту парковку. Потому что, как мне сказал крутой гонщик, в гараже у вас тачки намного лучше, да? Там же лучше тачки, чем здесь. Ага, ага, ну все, хватит башкой трясти. А сейчас я предлагаю все же отметить это событие и дружно. Вот идите, что вы там хотите, бухать идите бухать. Давай, аплодисменты, бухать, бухать, давайте. И ура, поздравляю, я вас тоже поздравляю, это мой трофей, идите в задницу. Так, все за стол, давайте. Все за стол, туса начинается. Сейчас мы их набухаем. А потом провернем наше дельце. Дурдом, баб. А сейчас играем в бутылочку на раздевание. В принципе, я не против. Я могу с себя трусы снять, но балаклаву я оставлю. Я балаклаву никогда в жизни не сниму. Хорошо? Ну давайте, крутите бутылку. Я первый. Да давай пей, ты чё сыкуешь? Это настойка моего дедушки. Давай за компанию! Да подождите, да как-то, да я не пью. Ты чё, как не родной? Ладно, надо внедриться в доверие. Хорошо, пацаны, за ваше здоровье! Опа, чокнемся, ёпта, давай! Не пейте, дети, самогон, будете красивые. Ты я чуть не приванул. Надо внедриться в доверие. Когда эта тусовка уже закончится, они сейчас, короче, набухаются. Бутылки мне накидали, стак просто накидали бутылок. Короче, бабуль, они сейчас набухаются просто в хламину, просто до потери пульса. Все уснут? Ты не пила?
Не пила, да? Молодец. Они сейчас, короче, набухаются, все уснут, а мы не уснем, потому что мы не пили. Улавливаешь логику? Молодец. Поэтому ждем, когда у них там уже катушку просто срубит окончательно. Вы там как еще держитесь, нормально? Ну, типа, ну как сказать, судя по их поведению, вот этот уже в палатку сейчас будет ложиться. Олежка! Олежка, как самочувствие, Олежка? Олежка, все хорошо? Разговаривать еще можешь? В глаза смотри, в глаза смотри. Сколько пальцев показывай, сколько пальцев показывай. Ля ты! Как ты угадал то, что у меня 3 пальца? О, мне что-то плохо. Плохо-то как? Да, тогда мне... Ну, сейчас они все позасыпают. А ты сейчас, бабуль, побежишь за трахом.